тебе вышли со всем идти. Держите! Держи. Не отпускай! Ребята, успокойтесь, прекратите эту серию. У нас есть свои требования, у ребят есть свои требования. Мы поддерживаем мирную акцию. Мы подавали согласно статье 39 Конституции Украины о том, что эта акция будет мирная. У нас есть требования. Это приведение регламента Харьковского городского совета в соответствие с законом Украины про местное самоуправление. У нас есть требования об отстранении и притягивании до административной ответственности керівників департамента жилищного и коммунального хозяйства за раскрадание коштів 146 миллионов, которые были на 4 предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. Это ХТС, это Дорремстрой, это комплекс по вывозу бытовых отходов и это Жилкомсервис. И третье требование именно партии Демократический альянс Харьковской областной организации, это в рамках обов'язків и повноважень, которые имеет Харьковская местный совет, потребовать увольнения генерального директора акционерной компании Харьков-Обленерго и первого заступника технического директора. Здесь просят пропустить по пункту 16 статьи 46 закона Украины про местное самоуправление в Украине, пропустить на сессию Харьковского городского совета. Они должны проходить все гласно, там будут сегодня приниматься важные законы. Я вытягиваю товарищей, которые там застряли. Каких товарищей? Своих. Милиционеров? Нет. А что они там застряли, товарищи ваши? Потому что их не пускают. Смотрите, просто я только что записала организатора. Он говорит, у нас вообще была мирная акция. Мы записали. Да, да. А произошло вот это. Так вот, я пытаюсь понять, что происходит. Ребят вытягиваю, они застряли там между милицией. То есть их не выпускают? Но они зажаты в милиции. Там. Вы сами чего хотите? Я хочу пройти на сессию. Зачем? Для того, чтобы посмотреть, что они там делают, как они принимают законы, как они их обговаривают, и что они хотят, на каких основаниях они собираются там кредит взять, куда они его хотят использовать. Ну, чисто понять, как используются наши бюджетные средства. Вот этот вопрос был сейчас, он внесен, чтобы я Кирнес пусть, знаете, о чем заботится сегодня? Пусть он заботится о тех 160, более 160 миллионов возбужденных уголовных дел на его коммунальные предприятия. И пусть он расскажет лучше харьковчанам выйдет, куда эти деньги делись, деньги харьковчан. Требования всего-навсего. Пустить людей, активистов, харьковчан, которые просто хотят прийти на сессию и послушать, какие решения там принимаются. Так. Тихо, Дима. Тихо, пацаны. Прекращай. Пропустите 20 человек и сразу все. Ну давай, давай. Поднимите же его! Туда не надо! Обойди! Не едь!
Ну смотрите, собралась здесь менты, там менты. Говорят, что там на всех этажах милиционеры. Мало того, милиционеры, еще тетушки. Внизу стоит патриотическая налаштована, да, как нам рассказывали, милиция, которая говорит, мы просто выполняем приказы. А мы выполняем приказы, не приказы, вернее, а мы гражданские, этот, выполняем свой долг. Всего лишь 5 человек хотели пройти на заседание. 5 человек. Это много. Мы много просим. Они что, вооруженные, бандиты какие-то? Нет, мы внизу все стояли. Уже бы давно все успокоилось бы. Так кого защищаете? Отпустите. Отходите. Спокойненько. Принимаем. Ребята, я не пройду. Вы же так думаете. Давай. Иди, удостоверение показал бы, стоял бы сейчас спокойно. Тяни, блядь! Я езжу несколько раз в неделю на передовую, и в том числе мы помогали вот этим вот ребятам, которые здесь стоят. Мы привозили им одежду, привозили им еду. Сегодня они стоят против нас, они стоят напротив и нас не пускают. И говорят, извините, у нас приказ. И они знают, что это приказ преступника. Вот так вот. И как дальше думаете? Как дальше? Выстрелим. Это на самом деле виноваты даже не они, а виноват в первую очередь Арсен Борисович Аваков. В том, что он допустил дерибан, который там происходит, это его вина. Это вина в том, что никакой реформы милиции не было, правоохранительных органов, судей, судебная система реформы не было, прокуратуры реформы не было. У нас тут в Харькове, СБУ, все остались на своих местах. Мы видим результат. Результат – люди, обычные люди, которые помогают, везут вот этим вот, опять же, правоохранителям, они оказываются за бортом, на той стороне.